Причиной изменения цвета воды в Барнаульской реке Пивоварка стал выброс вредных веществ. Эту информацию сегодня обнародовали специалисты Росприроднадзора. Теперь им предстоит найти организацию, виновную в загрязнении реки. Фиксировано превышение по аммонийному азоту. В принципе, для пивоварки они всегда были в превышениях, но не в таких сильных. Это загрязнитель, характерный для хозбытовых стоков. Там водонерастворимый загрязнитель какой-то был. Его сейчас устанавливаем. Что касается, насколько это вредно, ну да, ПДК превышено значительно, местами в 193 раза. Накануне специалисты Росприроднадзора осмотрели воду и берег реки, взяли анализ и зафиксировали посторонние примеси. Напомню, местные жители забили тревогу и обратились в городскую администрацию с просьбой разобраться, почему вода в реке стала белой. По словам горожан, на берегу ощущается резкий неприятный запах. Изменение цвета воды замечено в районе улиц Рыбозаводская, Интернациональная, на пересечении улиц Автотранспортная и Сельскохозяйственная.